Приветствую. Сейчас буду вам показывать. У нас сегодня снегопад. 27 января. Вчера была погода. Прямо весна. Чистенько все было без снега. А сегодня у нас все-все замело. Я вам покажу море. Что у нас здесь? А на море все спокойно. Все засыпало. Весь песок снегом. Вот я вижу, не знаю, ли передает камера, как прямо идет снег такими волнами. Все белым-бело. Хорошо кататься на санках, потому что снега больше, чем по щиколотку. Гуляющих, как я, мало. Сегодня, правда, рабочий день. Кто-то идет на работу, кто-то нет. Снежок под ногами скрипит. Какая благодать. Вы когда-то были, когда на пляже? Ни единого человека не ступала нога. Вот. Ни единого человека. А, и следы чая, кстати, есть. Следы птиц. Ассоциация море и песок. Вот по море и снег. Надо было хлеба взять, чаю покормить. А чайки на песке. А вот и чайки на песке. Кто у нас в Лузановке отдыхал летом? Вот как у нас здесь бывает зимой. Чайки на песке. Очень хорошо метет. А вода кристально чистая. Таких чаек я просто завороженно смотрю на них. Чайки в песке. На песке. Ой, на снегу. Я уже просто ветер поднялся, и мне так метет. И на песку, и на песке, и на снегу.